Стало известно, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве своего 5-летнего сына в Барнауле, бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний. Уже 6 лет он на служебной пенсии. Напомним, страшное происшествие произошло 25 сентября. Мальчику нанесли несколько ножевых ранений в грудную клетку и живот, от которых ребенок скончался. В краевом УФСИН нам пояснили, что уволился мужчина из-за сокращения штата в 2013 году. Последние годы он работал на другом предприятии. По сообщению источников, близких к ситуации, год назад мужчина проходил обследование в психбольнице. Среди проявлений болезни врачи отмечали манию преследования его лично и его семьи. Расследование убийства продолжается.